Сберкасса была у нас напротив. Помню, тоже была такая весьма памятная история. Там убили милиционера. И наехали какие-то люди милицейские с собаками. Причем больше всего меня это забавляло, что эти собаки не делали свое дело, а просто бросались на толпу, лаяли и как-то вели себя очень непрофессионально. Трамвай пролезет сейчас тогда. Если он тут грохотать будет. Тут вот эти машины, которые туда уходят, да, они пересекают все эти линии, от них дикий гром. Машины пережидаем или пишем?
вроде бы там поток вот этот пройдет. А здесь, в районе Полихи, на улице Достоевского, в этом госпитальном доме бывшей Мариинской больницы для бедных, родился Федор Михайлович Достоевский. Отец его работал врачом в этой больнице. Вот вы видите, там мемориальная доска, она должна находиться не на северном флигеле, а на южном, где в 1821 году он и родился. Однако же с северным флигелем тоже связано имя Федора Михайловича, поскольку с 21-го, 23-го уже теперь по 37-й год он проживал здесь. Замечательная Московская улица, Старая Басманная. Вот этот угловой дом номер 23, родовое гнездо легендарного семейства Муравьевых апостолов, судьба младших членов которого, блестящих офицеров, героев войны 1812 года, весьма печально, трагично даже, что, собственно говоря, не исключительно для наших российских обстоятельств. Иван Муравьев апостол, влиятельный сановник, дипломат, литератор, с 1815 года обитает в этом доме. Его сыновья Матвей Иванович, 20 лет каторги, Сергей Иванович, один из пяти знаменитых повешенных. Не знаю, блуждают ли по этому дому их неупокоенные тени, но образ их навеки запечатлен в великой и неоднозначной истории государства российского. Мы с вами в Кривоколенном переулке, дом 4, около особняка, где недолгих своих 22 года прожил блестящий юноша Дмитрий Веневитинов, поэт, которому современники прочили большое будущее, называли почти гениально одаренным. Но так вот нелепо скончавшийся в совсем юном возрасте. В этом же доме Александр Сергеевич Пушкин читал свой Бориса Годунова своего по приезде в Москву, когда он, отыскивая новое направление в русской литературе, делал ставку на московских архивных юношей, которым и принадлежал блестящий Дмитрий Веневитинов. Удивительное дело, вот среди огромного мегаполиса Москвы вдруг сохранилась буквально реальная атмосфера усадьбы XIX века. Это, собственно, и есть дом-усадьба Льва Николаевича Толстого в Хамовниках, вот которую вы видите перед собой. Ясно дело, что все связано с этим великим именем, драгоценно. И драгоценно настолько, что вспоминается история, не знаю, насколько реально или миф, что когда коллекция этого музея ездила в Японию, то носки, шерстяные, простые шерстяные носки Льва Николаевича, очевидно, даже уже дырявые, были застрахованы на 3 миллиона долларов, старых долларов, не нынешних. Вот теперь сопоставьте, сколько могут стоить ваши носки, даже не дырявые. Так, Остоженка, 37, дом, где два года с 1839 по 1851 год жил, ну, естественно, работал всем известный Иван Сергеевич Тургенев. Надо сказать, что этот дом своей простотой и гармоничностью вполне соотносится с образом писателя, такого элегантного и немного меланхоличного господина. Крестовская застава, ныне вот проспект Мира, дом 30, особняк, где до последних дней своих жизни обитал Валерий Яковлевич Брусов. Фигура первого ряда среди романтичных и демоничных персонажей российского символизма. Впрочем, от всех остальных его отличала достаточно академическая суховатость и некоторая риторическая выспренность, что, впрочем, не мешало ему тоже слыть личностью вполне роковой. После Великой революции, всем известной, средний чиновник сферы культуры. Ну, судьбы человеческие. В этом доме номер 25, корпус 2, по улице Академика Волгина, проходящего вот там, в шестом подъезде, на седьмом этаже, в зеленом и самоотдельном районе Беляева, в этой своей необыкновенной самоотдельности, могущем быть даже названным герцогство Беляева. 40 лет, да-да, в наш необыкновенно мобильный век, 40 лет безвыездно проживает Пригов Дмитрий Александрович. Усё, да?
Едем дальше. Да-да-да, мы там. Ну что ж, меня можно считать вообще-то коренным москвичом. Родился я рядом с планетарием, не знаю, сохранился ли он. И, соответственно, рядом с этим же планетарием была маленькая комнатка моего отца, где он жил. Но я жил с бабушкой тоже в маленькой комнатке на Спиридоновке, а моя сестра с мамой жили в Сокольнике. Поэтому вот эта вот вся топография, не пространство, а именно отдельные куски, мне очень знакомы. Но основное время я, конечно, прожил на Патриарших прудах. Я там жил, по-моему, до 6 лет, и какие-то куски я помню. Вот это Спиридоньевка, потом помню, как ты утром просыпаешься, что-то такое оркестр, бум-бум-бум, выглядываю в окно, а там красно-траурные эти всякие знамена, хоронит Алексея Толстого. На следующий день улица стала вместо Спиридоньевки улицей Алексея Толстого. Ну, это и понятно. Поскольку мы жили в разных концах Москвы, значит, мама с моей сестрой, я с бабушкой и отец, как-то сложными путями поменялись, и наши маленькие комнатушки, тоже в коммунальной комнате, но достаточно, в коммунальной квартире тоже достаточно большую комнату. Это происходило уже в Сиротском переулке. Сейчас его мало кто знает под таким названием. Потом его переименовали в улицу Шухова, поскольку в дальнем конце его стоит вот эта ажурная конструкция Шуховской башни. Там был рядом Донской монастырь, куда мы бегали развлекаться. А рядом еще был
крематорий, когда начинали сжигать, там было видно, когда начинался жар, то сначала вот эти все какие-то цветы бумажные моментально вспыхивали таким быстрым серпантином, потом начинала одежда гореть, а потом мертвец начинал шевелиться, вот как в плясках смерти. И я там вот среди всего этого бродил, и маленьким трогательным существом, который прижимал мишку всякую или поросеночка к груди, вот так все. А потом из этих нежных, невинных существ вырастают всякие злодеи, сатрапы, убийцы. Вот так вот. Москва, Москва, люблю тебя как сын, как русский, сильно, пламенно и нежно. Люблю священный блеск твоих седин и этот Кремль зубчатый, безмятежный. Напрасно, думал чуждый властелин, с тобой, столетним русским великаном, помериться главой обманом, тебя низвергнуть тщетно поражал. Тебя пришлец, ты вздрогнул, он упал. Вселенная замолкла, величавый, один ты жив, наследник нашей славы.